Я могу помочь? Нет, не можете. Я так надеялась, что все получится. Я думала, что в этот раз лечение даст результат. Но врач сказала, чудес не бывает. У меня никогда не будет детей. Девушка, вы меня простите, ради бога. Может, это не мое дело, но поверьте на слово. Знаете, какие чудеса бывают? Нет. Только не со мной. У меня нет шансов. Понимаете? Совсем. Вы держитесь, пожалуйста. Вы такая молодая, красивая. У вас, может быть, только жизнь-то и начинается. И как жить дальше? Ну, знаете, какие сюрпризы бывают? Извините, я не должна была. Нет, ничего. Хотите, я подвезу вас? Нет, спасибо, извините. Я от лица всего коллектива хотел бы поздравить именинницу. Мы счастливы, Олечка, что с нами работает такая красавица и умница, как ты. Ты, солнышко, свети, цвети и радуй нас своим присутствием. Поздравляю. Спасибо, спасибо большое. Так, ну а руководство компании, я надеюсь, ты порадуешь новыми креативными идеями. С днем рождения. Спасибо. Подарок. Подарок. Это, господа, это лампа. Пожалуйста. Ура! 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 Спасибо! Да, милая, какие новости? Соня, ты что, плачешь, что ли? Сонечка, ну, пожалуйста, не надо. Я еду уже. Давай, я сейчас буду. Она сказала, если это лечение не помогло, то уже ничего не поможет. Шансов нет. Не судьба, Алёш. Ну, подожди. Ну, что значит судьба, не судьба? Ну, кто же это знает? Может быть, эта врачиха тоже ошибается. Как это жестоко. Это несправедливо. Разве я заслужила? Нет. Мы заслужили? Нет, мы не заслужили. Никто не заслужил. Честно говоря, я думал, что в этот раз лечение даст результат. Не получается у нас. Давай на субботу гостей отменим. Не до них сейчас. Пусть приходят. Надо как-то отвлечься.
Да. Да, Леш, я знаю, что ты список покупок в коридоре забыл. Ну, тогда запоминай. Хорошие помидоры, хорошие. Баклажаны, зелень, грецкие орехи, ну и фрукты там всякие. Да, понял. Ну, а ананасов к шампанскому взять? Нет, лучше клубники. Давай, пока. Пока. Да. Еще? Все. Да, хорошо. Лично от меня вам. Ай, спасибо. Сколько с меня? Клубничку, может, возьмете? Сладкое. Ваши коллеги обычно говорят, сладкое, как поцелуй. Так хотите? Клубнички или поцелуев? Такой милой девушке сложно отказать. Возьму пару коробочек. Только не это, а вот эту. Нет. И вот эту. Вот эти две. Вот эти две. Коробочки. Клубничка. Сладкая. Ну, взвесьте. Спасибо. Что, давай по шампусику? Давай. Ой, как вкусно все. Спасибо. О, ну ты горячую поспела. Ой, как ну, красота. Слушай, ну как будто вчера все было. ЗАГС. Белая фата на Сонь. Пьяный свидетель Пашка. Ну, это я от радости за друзей перестарался. Потом приставал к тетке регистраторше. Хорошо раньше ты этого не видела. Ой, мне достаточно ваших милых рассказов. Ё-моё, 16 лет. А ведь я уже вас друг без друга и не помню. Нам с Анютой еще 7 лет до этого срока пилить. Ну, ты-то скорее строгаешь, чем пилишь. Ой, не говори, Леш, я у него просто какой-то автомат по производству детей. Ну ладно, что ты жалуешься-то? Ну, Аню, сейчас оклемаешься после Даньки, еще раз попробуем. Дочку хочу, сил нет. Паш, мы здесь не для того, чтобы обсуждать твои желания. Наши друзья, между прочим, уже 16 лет вместе. И дай вам Бог еще 10 раз постолько же. Дотянем ли? Да уж постарайтесь. Мне кажется, что это такое счастье жить столько лет душа в душу. За вас, ребята. Спасибо. Спасибо. Да чего уж там, Горько! Давай-давай-давай, Горько! 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 Ну-ну-ну, смотри, сачкуют-то, а? На свадьбе лучше было. За вас. Как хорошо, что вы Даню с собой взяли. Хоть так малыша понянчили. Да еще не вечер, сынок. Скоро ты своего будешь нянчить. Да нет, не получится уже. Ну почему у тебя такие мрачные мысли? Надо еще пытаться. Ну, пытайся, не пытайся, если не судьба. Тебе судьба уже троих родила. Ой, я скажу тебе честно, это не дом, а бедлам и кошмар какой-то. А такое ощущение, что вместе с Пашкой у меня не трое детей, а четверо. И ты представляешь, он еще хочет девочку. Ну, ты представляешь? Счастливая. Ну да, счастливая. Ничего, и ты скоро будешь счастливой. Это точно. Я тебе обещаю. А пока будешь приходить нянчить своего крестника. Привет. 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 Чего, как день провела? Как всегда, устал. Тебе не скажешь? Ты о чем?
Видел я, как ты устал. С мужиками целый день. Хихи-ха-ха. Че у тебя с ними было? С кем? Я видел все. Я каждый день на рынок хожу посмотреть на тебя. Да лучше ты на работу устроился. А то пьешь и шляешься по городу весь день. А ты, тварь неблагодарная. Я ж тебя с ребенком взял. Ты хвостом метешь, другая счастлива была. И дочка такая же выросла. Ты Ксюшу не трогай, помни? Ты и никто. Запомни, Галина. Еще раз, с кем увижу, пожалеешь. Ты меня знаешь. Ты мне угрожаешь, что ли? Жрешь, пьешь за мой счет и угрожаешь? Оп, ну давай, крутани. Нет, слышишь? Давай. Здорово, братан! Ты что делаешь? Ты ржешь? Чего? Ты что, придурок, что ли? Валим, валим, давай, 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 давай. Давай, 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 беги. Ксюх, ты что тупишь? Давай, давай, Дуда! Давай, давай! Ты что творишь? Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Хорошо посидели, скажи. Ну, правда, 16 лет как один день. Никогда тебя не прощу. Что? То, что меня на аборт отправил. А надо было рожать. Соня, не начинай, пожалуйста, а? Сейчас только остается смотреть, как растут чужие дети. Соня, ну ты опять? Ну что, ты не помнишь, как мы жили после института? Что мы спали на одной раскладушке по знакомым? Ты что, такой жизни ребенку хотела? Да ничего, справились бы. Ты струсил, я струсила вслед за тобой. Теперь у нас есть все, а ребенка нет. Как же ты меня достала своими упреками. Бабу бить надо. Это первое правило. Сразу шелковое становится. И порядок. Эй, ты что делаешь? Пошел вон отсюда, чтобы мои глаза тебя больше не видели. Верь, не дури, не зли меня. Я за себя не отвечаю, ты знаешь. Что делаешь? Пошел вон отсюда. Я сейчас милицию позову. Сука. Вот ты тварь, пожалеешь, пожалеешь, да поздно будет. Thank you.
Сонь, ну прости меня. Давай мириться. Сонь, ну посмотри на меня. Сонечка. Соня. Это тебе. Откуда? Подарили. Подарили? Отнеси, где взяла. Я смотрю, Петька опять любовь проявил. Мой руки, давай ужинать. С хахалем своим ужином. Я его выгнала. Ну, зашибись. Теперь хоть нормально вдвоем поживем. Ты задолбала со своими мужиками, где ты только их находишь. Урод на уроде. Я смотрю, ты рада, да, что у меня ничего не получается? Ты лучше за собой следи. Давно в школе ты была? Вспомнила. Че ты с Петькой-то решила на меня переключиться? Раньше тебе до меня дела не было. А ты как с матерью-то разговариваешь, а? Да ты на себя посмотри. На голове непонятно что, все лицо в каких-то дырках, татуировки. Тебе не стыдно? Не стыдно. Живу, как хочу. Ты же вон водишь мужиков, я тебе ничего не говорю. Да я ради нас стараюсь, чтобы у нас семья была, опора какая-никакая. Вон она под глазом у тебя, твоя опора. Я думал, девочку рожу. Помощницей мне будет. Ты как не родная, никакого уважения вообще к матери нет. А я не просила меня рожать. Я возьму. Очень хочу ребенка, но если естественным путем не получается. Ну, безусловно, есть и другие способы. Только вы раньше о них слышать не хотели. А они помогли очень многим женщинам. Вы имеете в виду ЭКО? ЭКО и суррогатное материнство. Суррогатное материнство мы не потянем. Там цены доходят до уровня цены на квартиру. Да, это дорогое удовольствие и, опять же, моральный аспект. Значит, давайте пробовать ЭКО. Тоже недешевый способ, но многие могут его себе позволить. Скажите, а мы можем встать в очередь на квоту? Встать-то можно, но ждать придется неизвестно сколько. Минздрав выделяет квоты, но их очень мало, а желающих много. Только у нас в листе ожидания 200 человек. А сколько их по всей Москве? Не проще ли вам будет оплатить ЭКО? Но это очень дорого. Хорошо. Я могу внести вас в список. Но предупреждаю, что ожидание квоты может затянуться на годы. Вы готовы ждать? Я готова. И все-таки подумайте о платном ЭКО. Если вы найдете средства, мы можем начать подготовку к процедуре уже в ближайшие дни. Я сама не готова принимать такие решения. Мне надо посоветоваться с мужем. Хорошо. Что же вы делаете-то, девушка? Чего? Да. Давайте я. Да мне не тяжело. Давайте, говорю, а то надорветесь. Да мне не привыкать как. Постойте, отдохните пока. Вот так.
И вот сюда. Ну вот. Спасибо. Да не за что. Я в соседнем павильоне водителем работаю. Утром и вечером всегда здесь, так что обращайтесь. А как обращаться-то? Михаил. Ой. Галина, очень приятно. Очень приятно, Галина. А давайте, Галина, мы с вами сегодня вечером в кафе сходим. Нет, я не могу. Почему? Ну... Муж? Семеро по лавкам, что ли? Ну нет, у меня никакого мужа, ну просто... А, вы из-за этого, что ли? Так оно и не видно ничего. Ну так как, заеду? Ну... Вы мне нравитесь, Галина. Я тут за вами наблюдаю. Хорошая вы девушка. Да вы не бойтесь, я не из этих ни-ни. Я не боюсь. Ну так как насчет кафе? Можно. Тогда до вечера, Галина. До вечера, Михаил. Официально-то я женат. Правда, жена к однокласснику ушла. Нашла его в интернете, первую любовь вспомнила, ну и закрутилась у них, в общем. Я думал, вернется, перебесится. Нет, живут уже целый год. А разводиться мы с ней не стали из-за квартиры. А дети есть у вас? Есть. Сын Димка, 12 лет. Мы из-за него, в принципе, квартиру-то и не разменивали. Он с матерью живет, а я один. Я тоже одна. Но у меня есть дочь, Ксюша, ей 14 лет. Да я замужем-то не была. Тут пыталась с одним жить. 2 года мы прожили. Ну, пил, не работал. Ну, я его выгнала. Уж лучше одной, чем с таким. Без мужика поди тяжело. Да и с мужиком не легче. Ну, это смотря какой мужик. Ну, это да, это да. Знаешь, Галина, я не король-королевич, красиво говорить не умею. Нравишься ты мне очень давно. Может, мы попробуем вместе? Я тебя не обижу, дочку твою тоже. Работать я люблю, на грудь не принимаю, руки не распускаю. Ну, что скажешь? Выпьем. Выпьем. Где живешь? Надеюсь, тут хватит. Спасибо, Паш, вы нас очень выручили. Да о чем ты говоришь? Святое дело. Слушай, а мы ваш семейный бюджет не подорвем? Все-таки 3 детей. Не подорвете. Это наш неприкосновенный стратегический запас. Вернешь, когда сможешь. Спасибо, Паш. Я так рад, что вы нашли выход. Может, получится двойняшки? А то и тройняшки. Ну а чего? Было бы супер. И Соня сразу отстреляется. Ты знаешь, тревожно. Да ладно тебе, не боись. Это только вначале страшно. Нет, конечно, будет бардак, шум, крики, готовься. Но когда привыкнешь, домой лететь будешь. Поверь мне, Леш, домой, где тебя ожидает семья, такое счастье возвращаться. Не, вообще между нами, Паш, я-то мог бы и без детей. Но столько лет жили. Я это ради Сони делаю. Ты такой торжественный сегодня и не говоришь, почему. Дело в том, что я нашел деньги на исполнение твоих, то есть наших желаний. И буквально завтра мы можем ехать в клинику и начинать подготовку к ЭКО. Лёшка, так быстро, да ты просто волшебник. Ну чего не сделаешь ради любимой женщины? Ну ты хоть рада?
Очень. Я же обещал. Лёш, послушай. А если мы деньги потратим, а у нас ничего не получится, еще такой долг повиснет. Ну почему же не получится? Все у нас получится. У других же получается. Про деньги не волнуйся. Пусть это будет моя проблема. Ну почему? Я тоже возьму какие-нибудь подработки, переводы. Я тебя одного с таким долгом не оставлю. Сонь, твоя основная задача сейчас — быть спокойной и расслабленной. Выполнять все указания врача. А деньги я и сам заработаю. Давай выпьем с тобой, знаешь, за что? За нашего будущего малыша. А может быть, малышей? Скажите, доктор, у меня все хорошо? Не волнуйтесь, анализы хорошие, у вас все шансы. Слава богу, а то вы так долго пишете. Я пишу, что и когда вам принимать, чтобы подготовить организм к ЭКО. А начнем мы с вами с гормональной терапии. Только, пожалуйста, ничего не пропускайте. От этого зависит результат процедуры. Конечно. Конечно, Светлана Владимировна. Леш, я получила результаты. У нас все хорошо. Сказали начинать готовиться. Спасибо, что нашел деньги. Я тоже тебя целую. Я тоже люблю. Привет. 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 Ну как, босс сегодня в духе? Босс не в духе. Я не помню, София Игоревна, чтобы в вашем трудовом договоре было записано, что вы можете являться на работу в полдень. Простите, Сергей Геннадьевич, здравствуйте. Я была в клинике, я не могла отменить этот визит. Для меня это вопрос жизни. Вопросы жизни решайте в свободное время. А если у вас проблемы со здоровьем, увольняйтесь. Я не намерен оплачивать ваши болячки. Я не сказала, что больна. Не обращай внимания. Он в последнее время совсем озверел. У меня такое хорошее настроение, что он не смог его испортить. Ну вот. Так. Мы скоро будем вместе с колясками гулять. Не сомневайся. А еще я надеюсь, что ты Даньке подружку родишь. Угу. Невозможно было смотреть, как ты мучаешься. Стой! Куда ты? Да пошел ты! Ага, сейчас пойду. Руки убери! Да отвали! Че, давай? Что вы делаете, варвары? Совесть есть? Да пошла ты! Тебе не стыдно? Ты же девочка. Слушай, тетка жжет. Ксюха, девочка. Кошмар, куда только ваши родители смотрят. Куда надо, туда и смотрят. Соня, да не связывайся ты с ними. Ты посмотри, что они творят. Да я полицию сейчас вызову. Давай, вызывай. Давай. Ксюха, давай, беги. Давай. Ну-ка, стой. Давай, давай. Ну-ка, стой, я тебе сказала. Давай. Ну, беги. Ну-ка. Давай, ну, ах ты, зараза! Я тебя все равно догоню, ясно? Мне на Олимпиаду надо, беги давай! Давай, давай! Что я тебе сказала? Ах ты, зараза такая! О, Господи! Мамочка! Ах ты, стой! Ну-ка, иди сюда! Иди сюда, я сказала, дай сумку! Сумку отдай! Кошка, ты драная! Сама ты кошка! Пока! Ах ты, зараза! Давай, 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 давай,
подсажу, иди сюда. Давай, давай. Давай. Все, пошли. Ты знаешь, эта дрянь кошелек у меня украла. А денег-то много было? Нет, немного, но вот каблук. Ой, надо же на нее в полицию заявить. Да какая полиция? Где их сейчас искать? Бесполезно. Да, ну и дети сейчас пошли. Тихий ужас. Не дай бог иметь такую дочь. Чем такую вообще не надо. Леш, давай, когда у нас будет ребенок, мы будем его воспитывать, чтобы он вырос приличным человеком. Ну, конечно, приличным. Мы же будем им заниматься. А про девочку про это не думай. Пусть у ее родителей голова болит за нее. Да, но хотела бы я посмотреть на ее родителей, я бы им все сказала. Интересно, чем они так заняты? Девчонка совершенно запущена. Я думала, я там ее убью. Наверное, парочка алкашей и маргиналов. А как ты думаешь, у вас будет мальчик или девочка? Я думаю, мальчик. Тимофей. Я хочу девочку, Машу. Может, у нас будет двойня? Ну. Было бы здорово. Сонь, я так по тебе соскучился. Тормози, ну, да. Владик, завтра сделаем. Вы что, все погнали, что ли? Ну да. Давай. Ну все, давайте. Давай. Давай, счастливо. Пока. Пока, Ксюх. Покедова. Пока, Ксюх. Ну что, я тогда тоже пойду? Ну не надо, Ксюх, останься. Да мать задолбала, орет. Поздно прихожу. Слушай, ну куда ты собралась? А что делать-то? Найдем чем заняться. Тяжело, поди. Из такой дали на работу ездить. Да чего, я ж с электрички-то сразу метро, а там 4 остановки на маршрутке привыкла. А может, дом продать? Купить чего поближе? Так этот дом-то не наш, мы снимаем. У нас-то жилье в Белгородской области, я же оттуда. Понятно. Ну, иди. Ну, проходи. Да проходи, проходи. Давно я так не ел вкусно. А ты оставайся. И всегда будешь так ужинать. Ну, а чего? Ты серьезно? Мы друг друга уже с тобой узнали. Ты не пьющий, он за весь вечер даже бокал шампанского не выпил. Ну, ты извини, но для меня это очень важно. Глаза у тебя добрые. Сразу видно, что ты хороший мужчина. Мне такие нравятся. Знаешь что? Если у нас с тобой что-нибудь получится, я с женой разведусь, и квартиру мы с ней разменяем. Ты свою Белгородскую можешь продать. Объединим усилия. Купим что-нибудь свое и жить начнем. Если бы, да кабы. Не люблю я гоп говорить. Танцуем.
здесь пожар, наводнение, что такое? Ксюша, детка, не ходи туда, там. Че? Ну, мама твоя. Че, мама? Погибла она, убил ее сожитель бывший. Мама! Нельзя тебе туда сейчас. Нельзя. Пойдем, а? Пойдем ко мне. Пойдем, мой хороший. Пойдем, пойдем, пойдем. У меня и переночуешь. А туда нельзя, нельзя. Тебе туда сейчас пошли. Ну, тихо. Пойдем, моя хорошая, пойдем. Господи, горе-то. Даш, ты можешь меня выручить? Да, говори. Мне завтра необходимо быть утром в клинике. Нужно отправить в 9 утра рукопись в типографию. Я все подготовила. Ты можешь отдать курьеру папку? Ну, конечно. Давай свою папку. Спасибо, ты меня очень выручишь. Да, пожалуйста. Давай, пока. Пока. Ты как себя чувствуешь, родная? Пойдем на воздух. Поскольку гормональная терапия прошла успешно, мы можем назначить процедуру ЭКО через 2 недели. Правда, так быстро? Да, вы вполне к этому готовы. Доктор, скажите, а гарантии какие? Ну, 100% гарантии вам не даст никто. Но я вас уверяю, что ваш случай вполне стандартный, так что будем надеяться на хороший результат. Придете ко мне за 3 дня до процедуры, мы обсудим с вами все детали. Угу. До свидания. Спасибо, до свидания. Всего доброго. Лёшка, а если не получится? Все будет хорошо. Пойдем в кафе отметим. Мне на работу. Да ладно, ну что ты, ну полчаса роли не сыграют. Мы отметим начало новой жизни. Наша самая трудолюбивая сотрудница соизволила, наконец, явиться. Скажите, зачем вы к нам устроились? Здравствуйте, Сергей Геннадьевич. Простите, пожалуйста, за опоздание. По поводу рукописи, я вчера все подготовила, и сегодня утром по моей просьбе ее отправили в типографию. Не знаю, кого вы и о чем там просили, но рукопись в типографию не ушла. В связи с чем мы попали на деньги? Как не ушла? Простите, я понадеялась на помощь коллег. Сергей Геннадьевич, у меня сейчас в жизни непростая ситуация. Значит так, напоминаю. Болячки, разводы, депрессии, непростые ситуации, сложные отношения в семье меня не касаются. Если для вас это важнее, чем работа, то, пожалуйста, увольняйтесь и занимайтесь этими проблемами. Я это оплачивать не собираюсь и не намерен. Я ясно выражаюсь? Более чем. Даш, я же просила. Я забыла. У меня полно своей работы. Почему я должна отвечать за чужую? Не ожидала от тебя такой подставы. Я не обязана отдуваться за твои прогулы. Леш, представляешь, Даша должна была меня выручить, а она меня подставила. Начальник устроил скандал. Намекнул, чтобы я уволилась. Что-то намекнул, просто, можно сказать, прямым текстом сказал. Ну и чего ты переживаешь? Это знак. Увольняйся, даже не думай. Ну а как я без работы? У нас такой долг. Сонь, ну какая работа, а? Тебе сейчас предстоит процедура сложнейшая. Ты о себе должна думать, а не трепать нервы из-за всяких идиотов. Все, хватит. Будешь сидеть дома, готовиться к рождению малыша, поняла? Да, спасибо, Лёшка, ты у меня самый лучший. Пока. Пока. О, боги, это не торт, а произведение искусства. Ну, посмотри. Соня, ты всегда была потрясающей хозяйкой, но это просто фантастика. На приготовление этого торта ушло 5 часов. Но я надеюсь, оно стоило того. Соня, ну ты героическая женщина. Попробуем. Ничего подобного. Спасибо. Я сейчас безработная домохозяйка. Mm-hmm. Поэтому все основное время трачу на изучение кухонь мира.
Да, но если ты будешь готовить в таких количествах, то к моменту рождения малыша мы будем страдать последней стадией ожирения. Леша, я обещаю, специально для тебя я изучу диетические блюда. Хорошо. Ой, ребят, мы так рады за вас. Мы все эти годы очень переживали вместе с вами. Сонечка, я надеюсь, все пойдет прекрасно, и скоро на свет появится чудесный малыш. Или даже два малыша. Угу. Или даже три, четыре малыша. Ой-ой-ой. Сколько Бог даст, всех будем любить. Ой, а мы никого не ждали. Ну, может быть, это уже аист с сюрпризом? Клювики? Интересно, кто к нам пришел? Да, слушаю вас. Здравствуйте. Здесь проживает Алексей Юрьевич Черновский. Да, секундочку. Леша, это тебя. Угу. Здравствуйте. Вы Алексей Юрьевич Черновский? Да, вы простите. Я сотрудница службы опеки. Вот мои документы. Угу. Я пришла поговорить с вами по поводу вашей дочери. Ваше имя и дата рождения были указаны в предсмертной записке женщины, убитой в ходе бытовой ссоры. После ее смерти дочь осталась сиротой. Пока девочка в детском доме. Но если ее не заберут родственники, она там и останется, вы понимаете? Я понимаю, а при чем здесь я? Какая-то женщина, ее дочь. Леша, это какая-то ошибка. Простите, вы не могли бы быстрее? У нас гости, было бы неудобно заставлять их ждать. Я понимаю. История такова. Убитая Даниленко Галина Леонидовна имеет дочь Ксюшу, 14 лет. После смерти женщины было найдено письмо, в котором она пишет, что вы, Алексей Юрьевич, отец Ксюши. Леш, ну это точно ошибка. Подождите, как вы сказали, ее зовут? Даниленко Галина Леонидовна. А скажите, а почему, собственно, вы решили, что я отец ребенка? Мать написала об этом девочке перед смертью. К сожалению, кроме этого письма, других оснований обратиться к вам у нас нет. Скажите, вы были знакомы с убитой? Послушайте, ну, мало ли кто чего пишет в письмах. Но это же не доказательство, правильно? Нет, ты ответь, Леша, ты знал эту Галину или нет? Сонечка, подожди, пожалуйста. А давай сначала с письмом разберемся. А где, кстати, письмо-то? Письмо в полиции. Мы пока даже не показывали Ксюше. Сами решили убедиться, что все изложенное в письме, правда. И, судя по вашей реакции, вы знали убитую. Леша, вы были знакомы? Да мало ли кого я знал. Давайте поговорим в другое время. Скажите, как вас найти? Давайте я подойду к вам, и, в общем, мы вопрос этот закроем. Но я хочу сразу сказать, я никакого отношения к этой девочке не имею. Вот моя визитка. Да, да. Приходите в любой день. Угу. И извините за беспокойство. Всего доброго. Леша, что это было? Да я не знаю, бред какой-то, надо разбираться. Кто это, Галина? Почему ты скрывал? Ребят, а что случилось? Кто это приходил? Да у Леши, оказывается, дочь есть на стороне. Сонь, ну открой, пожалуйста, Сонь. Ну давай поговорим. Сонь, ну мы тогда с тобой кризис переживали. Много ругались. Я уходил рано, приходил поздно, чтобы упреков твоих не слышать. Как-то раз за фруктами зашел, чтобы тебя порадовать. За прилавком стоит она. Улыбается, шутит. А мне этого так не хватало тогда. Ну, я познакомился. Потом как-то на ночь остался. Но там, Сонь, любви не было никакой. Это просто было желание расслабиться. Мне всегда была нужна только ты. Просто дурацкий косяк какой-то. У тебя от этого косяка ребенок. Соня, да это не мой ребенок! Сонь! Ну что мне сделать?
Ну, хочешь, я тест сделаю? Может быть, тогда ты убедишься? Ну, подумаешь, налево сходил. Все ходят. Сонь, ну что, ну что, неужели нельзя простить, а? Ну было-то когда? Идеальных не бывает, это иллюзия. Вообще, я тебе честно скажу, что Леша хороший муж и будет прекрасным отцом. Для кого? Для этой девочки? Ей 14 лет. Значит, 15 лет назад он познакомился с этой женщиной. В это время я умирала после аборта. Тише. Прости. На которую он же меня и отправил. Ты понимаешь всю степень его подлости? Ой, Соня, это же было 15 лет назад. Вы тогда были совершенно другими людьми. У вас были проблемы. Но даже если он встречался с этой женщиной, ведь не факт, что девочка его. Перестань его защищать. Он лишил меня возможности иметь детей, а сам в это время заделал ребенка на стороне. Алло. Здравствуйте. Это Алексей Чернавский. Помните, вы были у меня сегодня по поводу девочки Ксюши Даниленко? Да? Я бы хотел сделать тест на отцовство. Что для этого нужно? Угу. Ну что, все? Да, вы можете быть свободны. О, спасибо. За результатом приходите на следующей неделе. Я и так знаю, какой результат будет. Всего доброго. Ксюша, здравствуй. Присаживайся. Здрасте. У меня для тебя новость. После гибели мамы мы нашли письмо. Тебе сразу говорить не стали, нужно было проверить одну информацию. Вот, держи, читай. Какой отец? Я не знаю твоего имени. Я его никогда не слышала. Я встречалась с этим человеком. Пока мы этого не утверждаем, но очень может быть, что он твой отец. Вряд ли твоя мама могла тебе врать. Ну и потом это достаточно просто проверить. А от меня вам что надо? Думаю, ты должна с ним встретиться. Вдруг он захочет как-то поучаствовать в твоей жизни. С какой стати? Он мне не нужен. Я его не знала раньше и знать не хочу. Послушай, если подтвердится факт вашего родства, он может захотеть забрать тебя к себе. Нафига? Но жить в семье лучше, чем в детском доме. А он человек приличный, и жена такая приятная. Тебе они понравятся. Да пошли они. Я письмо могу забрать? Да, конечно. Но ты хотя бы встреться с ним. Неужели не интересно? Нет, не интересно. Соня, мне очень плохо без тебя.
Я не спать, не работать, ничего не могу. Вернись, пожалуйста, домой. После того, что случилось, я не могу тебя видеть. Ну, я виноват. Ну, я же тысячу раз уже попросил прощения. Ну, что ты меня вообще не простишь? Нет. Сонь, ну, пожалуйста, ну, Сонь. Ну, все мы люди, все мы совершаем идиотские поступки. Ну, что мы сейчас из-за этого все разрушим? Мы же семья, Сонь. Мы любим друг друга. У нас скоро будет ребенок. Ты что, хочешь всего этого нас лишить? Поверь, ты про эту историю даже не вспомнишь, когда малыш родится. Мы еще с тобой посмеемся вместе. Ну, ты понимаешь, что я хотел сказать. Понимаю. До свидания. Сонь! Сонечка, Сонечка. Делать, Ань? Сонь, да ты не руби с плеча. Все же пройдет, забудется. Ты только потерпи. Ну, я понимаю, это, конечно, тяжело. Но ты должна простить его. Вернись к нему. Нужно сохранить семью. И вот здесь еще распишитесь, что результат выдан вам на руки. Пожалуйста. Тут я ничего не пойму. Можете объяснить мне? Конечно. Вероятность 99,9% означает, что вы приходите с биологическим отцом этому ребенку. Поздравляю.
Ань, я дома. Спасибо тебе еще раз большое. Так неудобно, что я вас загрузила. Да перестань, мы же родные люди. Как там обстановка? Ну, как обстановка? Тут как Мамай прошел. Бутылки, грязь. Кошмар. Леша, конечно, никогда себе такого не позволял. Ну, я же говорила, страдает. Ты с ним помягче, ладно? Доставьте его проблемы в прошлом. Да, я попробую. Надо ж как-то восстанавливать быт, жизнь. Я знала, что ты мудрая женщина. Спасибо. Анечка, спасибо еще раз. Пока. Ксюша закончит обедать? Подождете? Да, конечно. Спасибо. Вы меня спрашивали. Я Ксения Даниленко. Здравствуй. Здрасте. Вы кто? Я? Я твой отец. Чего вам от меня надо? Да я, в общем-то, сам толком не знаю. Я познакомиться хотел. Познакомились? До свидания. Ксюш, ну подожди, пожалуйста. Ну, Ксюш, давай поговорим. Ну? Никогда не думал, что мне придется знакомиться с собственным ребенком. Я не ребенок. Ну, я имею в виду, что для меня ты мой ребенок. Хотя, в общем, все это странно. Я не ваш ребенок. Вы мне никто. Даже если вы мне отец, то мне на это по барабану. И не надо вот этого бла-бла, доченька, ребенок. Мне от этого тошнит. Ладно, не буду.
так на свою маму похожа. Хорошо, что не на тебя. Я понимаю, ты хамишь мне, потому что я для тебя совсем чужой человек. Ты обижена, что меня не было в твоей жизни. Но я навязываться не буду, это глупо. Еще бы. Поматросил маму, слинял. Теперь нарисовался, люби его. Ну нет, я не прошу меня любить. Я этого не заслуживаю. Ксюш, ну я правда не знал, что твоя мама беременна. Если бы знал, то что? Прибежал бы и женился, да? Ну нет, конечно. Я, в общем, и был женат, и сейчас женат. И люблю свою жену. Ну, вали к своей жене. А ко мне не лезь, понял? Ксюш, ну подожди, пожалуйста, Ксюш. Ну, подожди, пожалуйста. Ну, я хочу тебе помочь. Ну, может быть, тебе что-нибудь нужно. Или деньги, или вещи. Может быть, у тебя планы какие-нибудь есть. Детский дом – мой план. Как и у всех сирот, понял? Да, и... Ну, скажи, ну, тебе здесь хотя бы нравится? Зашибись. Всю жизнь мечтала. Можешь спать спокойно, папочка. Ладно, я понял. Давай с тобой попробуем так договориться. Я оставлю тебе номер своего мобильника. Тебе, ну, мало ли, что-нибудь понадобится. Ты позвони мне, пожалуйста. И еще, вот, Ксюш, возьми, пожалуйста, на первое время. Да подавись ты своими бабками. Ты думаешь, я тебе звонить буду? Прожила без тебя раньше, сейчас проживу. А сдохну ты только обрадуешься, алименты платить не надо. Ну зачем ты так? Я, в общем, контакт хотел наладить. Не парься, папуля. Все, нет меня, нет у тебя дочки. И забудь сюда дорогу. Считай, что я тоже умерла. Такой скотиной себя Паш почувствовал. Вот сидит она, маленькая еще совсем, несчастная. И вижу я ее, главное, в первый раз. Хоть бы ёкнуло что-нибудь где-нибудь, а? А уходить стала, чуть не разрыдался от жалости. Леш, я даже не знаю, что сказать. Тут даже советы давать бессмысленно. Ты знаешь, я даже в страшном сне не могу представить, что вон кто-то из моих пацанов жил в детском доме. Я прям не знаю, чего делать. Вот сидит чужой человек, абсолютно чужой человек. Маленькая, озлобленная. И смотрит волчонком. Ну, что ты хотел? Чтобы она тебе сразу на шею кинулась? Гоша, встань на ворота. Сереж, ты бьешь. И понимаешь, и забрать домой страшно, и оставлять не хочу. Я прям не знаю, как быть. Да, попал ты. А с Соней разговаривал? Да это бесполезно. Жизнь прям рушится. Соня хочет развода, дочь в детдоме. Я не понимаю, как это все склеить. Леш, не знаю как, но я бы на твоем месте постарался сохранить все. Ну, для начала надо бы Соню вернуть. Конечно. Но я и Ксюшу не могу там оставить, понимаешь? Не оставляй. Я думаю, что бы ты ни решил, Соня тебя поддержит. Ничего не сказал. А вы мне сюрприз решили сделать, да? Это пирогом так пахнет, грушевым. Мой любимый пирог. Я так соскучился, я больше тебя никуда не отпущу.
Давай постараемся все это забыть. Я не могу без тебя. Я так виноват перед тобой, я столько боли тебе причинил. Спасибо тебе, Саня, что нашла силы простить меня. Теперь все будет хорошо. Ну, ты не ешь? Тут такое дело, Сонь. Я обязан сказать это сейчас. В общем, я сделал тест, и эта девочка Ксюша. В общем, она моя дочь. Я очень надеюсь, что ты поймешь и примешь этот факт. Так как от него уже деваться некуда. К сожалению. Ну, Соня, это, по сути, ничего не меняет. В общем, я буду помогать этой девочке, но мы, в общем-то, чужие люди. Между нами нет ничего общего. Для меня важны только ты и наш будущий ребенок. Если бы я тогда знал, что родится ребенок, я бы принял меры. Какие меры? Отправил бы эту женщину на аборт, как меня тогда? Соня, мне поговорить с тобой надо. Нет, не надо, не начинай. Мне надоело слушать истории про твои измены. У нас через 3 дня ЭКО. Нужно подготовиться к процедуре. Я не хочу слушать про твою дочь. Выслушай меня, пожалуйста. Это тебя касается тоже. Это интересно, почему? Соня, я вчера был у Ксюши. Я с ней познакомился. Я потом сидел здесь всю ночь. Думал, в общем, ей нужен дом, ей нужна семья. Я не смогу жить спокойно, зная, что моя дочь в детдоме. Я, как порядочный человек, должен ее забрать. Куда? Сюда, к нам? Да, сюда, к нам. И ты, как женщина, должна меня понять. Это почему? Она не младенец. Она подросток. Она личность, взрослый человек. Ты знаешь, какие сейчас подростки? Я тут недавно столкнулась с одной такой, хамка-воровка. Что самое страшное, ее уже не переделать. Ты должен меня понять, почему в моем доме должен жить чужой ребенок, когда я хочу родить своего. Да, и вот еще что. Я думаю, что в сложившейся ситуации ЭКО мы не потянем. Что? Ну... Ксюшу нужно одеть, привести в порядок, отдать в хорошую школу. Поскольку я работаю сейчас один, я думаю, что ЭКО мы финансово не потянем. Так ты же сам настаивал, чтобы я уволилась. Да, я настоял, но я тогда не планировал забирать Ксюшу. Я другую жизнь для нас планировал, понимаешь? Но обстоятельства поменялись. Она сирота, у нее никого нет. Я не смогу спокойно жить, зная, что моя родная дочь в детском доме. У меня такое чувство вины перед ней. А передо мной? Но ты же взрослый, мудрый человек. Ты должна меня понять. Мы не осилим сейчас ЭКО. Ты предал меня, Леша.
Опять. А я тебе поверила. Садитесь в машину, садитесь. Осторожно. Сейчас. Вот, выпейте. Я не пью. Выпейте, пожалуйста, я тоже не пью. Это витаминный сбор, это шиповник, лимон. Это я сам готовлю. Успокойтесь. Спасибо. А я вас узнал. Мы знакомы? Ну, строго говоря, нет. Вы просто как случайно с вами столкнулись возле клиники и... И вы были очень-очень расстроены. Вспомнила. Спасибо, что выслушали тогда. Ну, слушать я умею. А что на этот раз случилось? Что на этот раз? Думаете, что-то случилось? А знаете, счастливые люди, они вот так вот под колес не прыгают. Да, счастливыми меня, конечно, сложно назвать. Хотя в какой-то момент я думала, что это возможно. Ну, раз уж мы с вами снова встретились, давайте познакомимся. Меня зовут Константин. Может, просто Костя? Соня. Так что же случилось, Соня? Долго рассказывать. Ну ничего, я не тороплюсь. Так все плохо, даже не знаю, как жить-то дальше. Угу. В тот раз тоже было все очень плохо. То есть, я так понимаю, стало еще хуже. Мы с мужем не могли долгое время родить ребенка своего. Я лечилась, но ничего не помогло. Мы приняли решение делать ЭКО. Угу. Нашли деньги. Через 3 дня должна была быть процедура. Так и что? Алексей, мой муж, меня предал. У него вдруг обнаружилась внебрачная дочь. И он решил эти деньги потратить на нее. Перевести ее к нам жить. ЭКО была моя последняя надежда. А у него вдруг проснулось чувство вины. Она девочка бедненькая, сирота в детдоме. А на меня ему наплевать. Да. Какая сложная история-то. Вроде, с одной стороны, ребенка из детдома забрать – это дело благородное. Нет, я вас понимаю. Да. Я так хотела быть счастливой. Родить ребеночка. Да. Мне очень хочется вам помочь, просто нечем. Да я не просила, я просто рассказала. Все, я понял, понял. Все, я понял. Давайте так, я вас в таком состоянии все равно на улицу не выпущу, так что вы мне говорите адрес, куда вас везти. Здравствуй, Ксюша.
Садись. Поедем домой. Садись. А если мне у тебя не понравится? А ты посмотришь, подумаешь, все взвесишь. Если тебе не понравится, вернешься назад. Я ведь только опеку пока оформил. Ну, а я со своей стороны постараюсь, чтобы тебе понравилось. Надеюсь, мы станем семьей. Ну, а потом я буду дочерей, можно подумать. Ладно. Но я не хочу сразу домой. Куда же ты хочешь? А, в кино, в кафе, да? И в кино, и в кафе. Но сначала по магазинам. Ты же типа отец. Ну да. Ну так и выполняй свой отцовский долг. Поехали. Куда это, Соня? Я ухожу от тебя, Леша. Надо было раньше это сделать. Я все в какое-то Соня, чудо верила. Конечно, чудес не бывает. Одумайся, ну. Я не смогу без тебя. Мы же семья. У тебя уже другая семья. А вот, кстати, знакомься, это моя дочь. О, боже, это твоя дочь. Ну да. О, боже, это твоя жена. Пожалуйста, попроси ее, чтобы она не хамила. Ну. Мне кажется, она просто растерялась. Она растерялась? Это бред, это кошмар какой-то. Я не пойму, вы что, знакомы, что ли? Да, это она украла у меня кошелек. Как? Это правда? Да, это правда. Просто этого не может быть. Не нравлюсь. А ты сама как думаешь? Подождите, девочки, ну... Сонь, ну ты же мудрее. Ну я прошу тебя, ну не реагируй так. Ну она же ребенок еще. Ребенок? Ты знаешь, как матерится этот ребенок? Ну, стоп. Давайте забудем прошлое. Или, по крайней мере, постараемся стать семьей. Вы еще, быть может, подружитесь. Я не собираюсь ничего забывать. И я не буду ни с кем дружить. Я ухожу от тебя, Леша. Сонь. Ну вали! Места больше будет. Ксюша! Что?
Что ты сказала? Сонь! Это кто должен валить? Ну? Я? Я никуда отсюда не уйду. Это моя квартира, ясно? Леша, и ты в ближайшее время найдешь, где вы будете жить со своей доченькой. Пойдем. Пойдем, Ксюш, домой. Я разогреваю суп и котлеты. Давайте вместе пообедаем. Значит так, спальню я оставляю за собой. Твоя дочь спит здесь, в гостиной, а ты в кладовке, на раскладушке. Ну, Соня. Что, Соня? Мы теперь соседи. А как ты думал, когда ты это все затевал? Соня, ну, подожди, ну давай не сейчас. Я понимаю, надо время, чтобы привыкнуть. Чтобы как-то научиться жить вместе. Мне не нужно. Я с вами вместе жить не собираюсь. Соня! Все сказала! Ксюш, зря ты так. Ей тяжело, понимаешь? Вот жил человек, планы строил, и вдруг вот взрослая девочка. Я не просила меня забирать. Не нравлюсь, дай обратно. Ну я же не об этом, Ксюша, ну... Нам нужно постараться вести себя как взрослые люди, понимаешь? Да, надо будет поменяться, но без этого никак. И уж, конечно, не груби, пожалуйста, Соня. Она этого не заслуживает. Да лучше б я в детдоме осталась. Там никто не указывает. И там, блин, нет этих левых отцов с их чокнутыми женами. Ксюша, ну, Ксюша. Привет, можно? Да. Соня, я хотел с тобой поговорить как с умным, добрым человеком. Я знаю, как ты умеешь любить и прощать. Всему когда-то приходит конец. Соня, ну прости меня. Ну прости меня еще раз. Пожалуйста, ну пойми, я не мог поступить иначе. Да, мы с этой девочкой абсолютно чужие, но она моя дочь. Это мой грех, и мне с ним жить, но я... Не могу тебя потерять. А ты меня уже потерял. Я не верю тебе. Если нет доверия, то нет любви. Но это несправедливо. Соня, я прошу у тебя еще один шанс. Ну, прими эту девочку, пожалуйста. Ну, дай мне сделать для нее что-нибудь хорошее. ЭКО мы обязательно сделаем, только позже. Пожалуйста, дай шанс. Поздно. Я не могу так жить и не хочу. Это твой ребенок, я к нему не имею никакого отношения. Я уважаю твое решение, но принять его не могу. Выполняй свой долг, воспитывай девочку, но он на меня не рассчитывает. Соня, ты меня просто убиваешь. Соня, ну пожалуйста, не бросай меня, я не смогу без тебя. Моя жизнь тоже рушится, но я как-то справляюсь. Уверена, и ты справишься. Надеюсь, у вас с дочерью будет все хорошо. Где завтрак? Я есть хочу. Прислуги здесь нет. Ты взрослая девочка. Хочешь поесть? Приготовь. Thank you.
Вообще-то сначала масло льют. Что ты делаешь? Не ори на меня! Ты мне вообще никто, поняла? Ты мне тоже! Я не могу до Ксюши дозвониться. У вас все нормально? Да ненормально у нас все. Твоя доченька изгадила мне всю кухню. В общем, думай, как с этим всем разбираться. Ладно, я поговорю с ней. Без паники. Что значит поговорю? Вопрос нужно решать радикально. Давай это вечером обсудим дома. Я сейчас не могу, я занят. Опять проблемы? И опять, и снова, и никогда это не кончится. Не волнуйся, когда-нибудь это закончится. Смотри на жизнь веселее. Пытаюсь, не получается. Лови конфетку. Хоть как-то себе жизнь подсластишь. Спасибочки. Подслащу. Я купила его на свои деньги. И поэтому я прошу, чтобы меня уважали в моем доме. Если я прошу тишины, значит, должна быть тишина. Я работаю. Ясно тебе? А если нет? А если нет, мне придется принять меры. Я не собираюсь жить в бедламе. Или ты будешь жить нормально? Или что? Выгонишь меня? А кто тебе позволит? Меня папа сюда привез. Ты и мой дом теперь тоже. Ясно? Кошелек верни. Какой кошелек? Который ты у меня украла. Не помню. Может, тебе приснилось, а? Какая ты все-таки? На себя посмотри. Thank you.
придется до утра сидеть? Буду сидеть. Какое самопожертвование. Надо тебя как-то поддержать. Ну что, герой труда, кофе хочешь? Хочу. Сейчас. Ничего не готово. Опять жрать нечего. Когда будет готово, я тебя позову. Да. Не повезло папе с женой-то. Хреновая хозяйка. Может быть, поднимешься? Холодильник у меня пустой, но кофе угостить смогу. Но мы же пили кофе сегодня. Как хочешь. Спасибо, что подвез. До завтра. Что у вас опять тут произошло? Теперь так будет всегда. Надо с этим что-то решать. Что решать? Ты же понимаешь, что... Я понимаю, что ты сейчас скажешь. У нее переходный возраст, у нее умерла мама. А я тут при чем? В твоей шашне по молодости. Может быть, ты это будешь решать сам? Почему я должна с этим считаться? Потому что ты моя жена, и, по моему мнению, ты должна во всем меня поддерживать. А ты очень удобно устроился. У меня есть предложение. Твоя дочь до вот этого всего где-то жила. Почему тебе не взять ее и не поехать жить в ее квартиру? Вместе. Потому что они с ее мамой снимали квартиру в Подмосковье. Своего жилья у них не было. А, получается, эту квартиру мы будем делить на троих. Подожди, ты хочешь размена? Конечно. Ну хорошо, давай сделаем это. Я займусь этим вопросом. Ты не волнуйся, ты получишь ровно половину. Только поторопись. Я все же еще хочу родить своего ребенка, и чтобы у меня было жилье. Боже. Ксюш, можно тебя отвлечь на минуточку? Нам надо поговорить. Извини, пожалуйста, но у нас с Соней неожиданно возникли большие проблемы. Это из-за меня? Я тебя еще раз прошу, пожалуйста, не хамей ей. Иначе нам просто придется развестись, разъехаться. А я этого не хочу, понимаешь? Я ее очень люблю. Сейчас она вся на нервах и буквально заводится от любой мелочи. Надо как-то попробовать сохранить нейтралитет, понимаешь? А вот осенью
Ты пойдешь в школу, я, кстати, прекрасную школу тебе нашел. Там бассейн, языки, отличные педагоги. Если мы все это время проживем в мире, то, может быть, она оттает и передумает со мной разводиться. В общем-то, если она уйдет, никому из нас лучше не станет. Но я не виновата. Она меня достала со своими истериками. Ксюш, ну, сразу хорошо не бывает, понимаешь? Надо как-то, в общем, найти общий язык. Тем более, тебе есть что терять сейчас. У тебя теперь настоящая семья. Это все? Ну, в общем, да. Спокойной ночи. Едем. Знакомиться с твоей будущей классной руководительницей. И? Поможет тебе адаптироваться в классе. Я счастлива, папульчик. Чего мы не едем? Кого мы ждем? Сейчас поедем. Сонь, давай я тебя отвезу, куда тебе надо. Я сама как-нибудь, спасибо. Боевой раскрас. Она просто неуправляемая. Она хамка жуткая. Она специально скажет что-нибудь и ждет, как я отреагирую. Изводит меня так. Атмосфера в квартире просто какой-то кошмар. Ну, я не думала, что все так плохо-то будет. Да ты еще не все знаешь. Садись. Помнишь эту девочку, которая у меня кошелек здесь украла? А, еще бы не помнить. Так вот это она. Лешина дочь. Да ладно. В общем, бред какой-то. Кошмар. И что ж теперь делать собираешься? А что делать? Разъезжаться? Что здесь еще сделаешь? А тебе не жалко? Вы же 10 лет за эту квартиру ипотеку выплачивали. Жалко. Но себя мне жалко больше. Ну что, нормальная хата у Ксюхи, да? Да, неплохая. Ну что, по пивку? Ладно, пойдем затариваться. Пошла вон отсюда. Сама пошла? Я сказала, убирайтесь отсюда. Валим. Этот до конца ментов вызовет. Пошли. Ты что думала, это тебе с рук сойдет? Да пошла ты! Я, Паш, не знаю, как мне быть. Не уживаются они. Вместе. Дома бардак, скандалы. Прям домой возвращаться неохота. А ты думал, сразу начнутся отцовские радости? Да я ничего не думал. В голове перемкнуло. Думаю, ну как же так, бедная девочка в детском доме будет. Хотел благородно выглядеть. Сейчас вообще не знаю, что делать.
Ну, в общем-то, выбора-то у тебя особого нет. Не отправишь же ты ее обратно. Гор, Сереж, давайте на центр. Это точно. Я вообще не знаю, зачем я в это во все ввязался. Ну, тут видишь, какое дело, Леш. Когда появляется ребенок, ты, если ты хороший отец, перестаешь жить своей жизнью. Во главе угла становится жизнь ребенка. Жить как раньше уже не получается. Рестораны, бары, ночные бдения, с этим все. Ребенок, он как бы прощупывает, проверяет тебя на эгоизм. А ты думал, привел девочку в дом, и все, на этом твоя миссия закончилась? Нет. Ей заниматься надо. Время на нее тратить. Учить чему-то. Ну, в общем, воспитывать. А что ты, шмоток накупил и думаешь, все? Нет. Ты теперь себе не принадлежишь. И как только ты это поймешь, жизнь сразу начнет налаживаться. Да там уже налаживаться нечему. Соня собралась разводиться, разъезжаться и рожать. Ну, в общем-то, понять ее можно. А ты что? Чего? Видимо, остаюсь наслаждаться отцовством. Ладно, отец, пойдем наслаждаться отцовством. Ребят, давай футбол. Гор, Сереж, пас. Давай, 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 давай. Площадь 60 метров. Окна выходят и на юг, и на запад. 10 минут пешком до метро. Прекрасная инфраструктура. Банки, магазины, химчистка. Смотрите, парк какой красивый, недалеко. Ну, это все хорошо. Боюсь только, что вы не сможете этот вопрос решить срочно. Ну, простите меня, за одну двушку получить две однокомнатные квартиры – это нереально. А какие есть варианты? В лучшем случае две комнаты в коммуналках на окраинах или вообще ближнее Подмосковье. Но и это вопрос не быстрый. Ну, кто хочет сейчас съезжаться? Сейчас все хотят разъехаться. Боже мой, с этими бумажками не замечаешь, как день прошел? Да уж, это точно. Не успел из дома выйти, уже возвращаться пора. А не хочется? Честно? Нет, я дома устаю больше, чем на работе. Уж лучше здесь время убивать. Может быть, тогда сделаешь доброе дело? Везешь меня домой и заодно время убьешь. Оля, убивать время рядом с тобой – одно удовольствие. Кто это будет все убирать? Ты? Я? Спасибо, что подвез. До завтра. Ну, я смотрю, ты меня сегодня на кофе не приглашаешь. А смысл, Леш? Время убивать? Ты без меня с этим справишься.
Спасибо, Катюша. Спасибо. Вид мне твой не нравится. Да. Похудел, глаза ввалились. Устал я. Что-то много всего навалилось на меня. Отпуск не дам. Да нет, ну что вы, я на работу как на праздник. Просто запутался я, Иван Сергеевич. Надо бы уехать куда-то, вот, мозги в порядок привести. У вас там случайно командировочки никуда не намечаются? Я правда, хоть куда? Хоть в Арктику. В Арктику нет. А вот в Сибирь, да. Надо съездить, проверить наши сибирские филиалы. Я планировал тебя через месяц отправить, но если ты хочешь... Да, да, я очень хочу. Можно сейчас. Катюша, оформляй командировку Чернавскому в наши сибирские филиалы. Спасибо. Сонь, ну давай спокойно обсудим. Давай посидим за столом. Я тортик купил. Слушай, ну в конце концов, ну что я могу сделать, а? Ну начальство сказало в командировку. Я человек зависимый. И сколько будет длиться твоя командировка? 10 дней. Сколько? 10 дней. А, и все это время мы должны жить вместе с твоей доченькой. Я не собираюсь ее нянчить. Да я не прошу нянчиться с Ксюшей. Да. Просто какое-то время побудете без меня. Ну когда-то же надо начинать. Мне кажется, ты забыл, о чем мы договаривались. Да ничего я не забыл, но я тебя прошу. Ну будь ты человеком, а. Я не собираюсь нести ответственность за твою дочь. Я надеялся на понимание. А я устала трепать нервы из-за нее. Ксюш, я прошу тебя, не мучай Соню, пожалуйста, больше. Я ее мучаю. Я не знаю, она приходит ко мне и постоянно жалуется на тебя. Я не знаю, по-моему, ей делать нечего. Хватит устраивать цирк. Я уже сказала, на меня не рассчитывай. Сонь, ну что мне делать? У меня работа такая. Ну я съезжу в командировку на 10 дней, я вернусь и займусь разменом. Ну, в конце концов, я на всю семью зарабатываю, вы чего? Так, обещай мне, что пока меня не будет, здесь будет мир. Ладно. Если хоть раз Соня на тебя пожалуется... Ладно, не пожалуется. Надеюсь. Но только на 10 дней. Леша. Оля. А ты что здесь делаешь? Иван Сергеевич велел мне лететь вместе с тобой. Говорит, что вместе мы быстрее справимся. Я надеюсь, ты не против? Я не то, что не против, я просто счастлив. Тогда пойдем с 10 по 15. Завтрак готов, иди есть. Ксюша. Ну как? Съедобно. Только я на завтрак больше яичницу и сосиски люблю. Хорошо, завтра так и сделаю. А торт остался? Конечно, кроме тебя его никто не ел. Хочешь сказать, я много жру, что ли? Нет. Не надо искать подвох там, где его нет. Торт почти целый в холодильнике. Давай договоримся не цепляться к словам. Нам еще 10 дней жить вместе, не хочется провести их как в аду. Если просто хочешь что-то, попроси. Ладно. Я не знаю, что ты любишь, но не могу оставить тебя голодной. Давай сделаем так. Ты будешь говорить, что? А я буду готовить. Что ты хочешь сегодня на ужин? Надо подумать. Сейчас. Значит так, блинчики с форелью и голубым сыром. Хорошо. Потом мясо по-французски. Ладно. И что еще такое? О, шоколадный мусс. Это окончательный вариант? Да, я хочу все это на ужин. Хорошо, я все это сделаю. Только если ты не будешь есть, я больше не пойду у тебя на поводу.
Мы сейчас позавтракаем, я схожу в магазин за продуктами, а ты уберешь со стола и помоешь посуду. Идет? Идет. Так, желтки взбиваем с пудрой. Да, да, и не забудь добавить ваниль. Ага. Ань, значит, получается, мы ничего не варим, не запекаем. Мы едим шоколадный мусс с сырыми яйцами. Ну, в общем, да. Но, знаешь, я не помню, что кто-то отравился. Но вообще у твоей девчонки губа не дура. Интересно, что она у тебя завтра попросит? Запеченную акулу. Ой, смотри, Сонь, сядет она тебе на голову. Ну, и только на 10 дней. Я надеюсь, я ее обуздаю, но долго ее не хватит. Все, давай, пока. Ну, пока. Ну, как дела? Ужин-то сегодня готов будет? Я стараюсь. А если мне не понравится, что ты приготовишь? Ну, это не моя проблема. Я готовлю все, что ты заказала. Между прочим, строго по рецепту. Ну-ну. А что будем делать после ужина? Может, кино посмотрим? Посмотрим. Не хочешь мне помочь, например, последить за блинчиками? Ну-ну. И смотрите. Да-да, войдите. Прости, а ты готов идти ужинать? Я готов. Фу, это что, плесень? Это голубой сыр, как ты заказывала. Мясо по-французски. Ничего так. Только майонеза маловато. Моя мама больше добавляла. Ну, между прочим, не самый полезный продукт. Но я люблю. Еще чипсы, сухарики. Ну и что? Ничего. Интересно, как тебе мусс? Вкусный. В общем, ужин удался. Не знаю пока. Плесень мне твоя не нравится. Да и мясо так себе. А чего ты свою плесень не ешь? Может, ты меня отравить хочешь, пока папы нет, а? Ксюша, я думала, мы договорились, что у нас перемирие. А ты решила продолжить свои закидоны? Я просто сказала, что мне не нравится ужин. Не нравится – не ешь. Я сделала все, что ты заказала. Не хочешь – ходи голодная. Мне тошнит. Хватит придуриваться. Мне реально плохо, слышишь? Мне надоели твои выходки.
И что за спектакль? Ксюша, хватит так шутить. Ксюша! Ксюша, что с тобой? Плохо. Плохо? Где болит? Что? Не знаю. Ты меня отравил. О, Господи. Алло. Алло, скорая? Примите вызов. Я не знаю, что мне теперь делать. Это, наверное, все яйца сырые. Господи, зачем я вообще делала этот мусс? Сонь, я 100 раз готовила детям мусс, и ничего. Погоди нервничать. Может, не в нем дело. Ой, Ань, я тебе перезвоню. Извините, к вам недавно поступила девочка 14 лет, Ксюша Даниленко. Ее уже осмотрел врач? Да. Не переживайте, все будет хорошо. Сегодня как раз дежурит зав. Отделение. Вот он идет. Соня! Вы? Здравствуйте. Как я рад вас видеть. Вы врач? Ну, как видите. Я хирург здесь, а сегодня как раз дежурю. А вы сюда... К вам поступила недавно девочка, Ксюша Даниленко, 14 лет. Как она? Да, да, Ксюша Даниленко, да. А... Так это девочка, дочка вашего мужа? Да. А. Сонь, вы не волнуйтесь, она чувствует себя сейчас уже хорошо. Думали аппендицит, а оказалось нет. Слава Богу. Да, слава Богу. Соня, я бы хотел назначить ей дополнительное обследование. Так. Потому что очень не похоже на отравление. А на что похоже? А похоже, Соня, на беременность. Это все ужин твой. Плесень-то твоя. Приедет папа, я ему все расскажу. Ты знаешь, врач говорит, что это не отравление. Конечно. Ксюша, скажи, а у тебя были когда-нибудь отношения с мальчиками? Тебе-то что? Это очень важно. Ну, были, и что? Господи. Ты что, ты напряглась? Боишься, что папа тебя убьет? Боюсь, что папа убьет тебя. Это не плесень, Ксюша. Это, скорее всего, беременность. Вот ваши результаты. Спасибо. Даниленко Ксения. Срок беременности 11 недель. Что теперь делать? Не знаю. Только папе не говори. Что значит не говори? Он обязан знать. Он нас убьет. Нас? Я не хочу ребенка. Это больно. Я не буду рожать, слышишь? Ощущение, что я не в командировке, а на отдыхе. Не так хорошо. Давным-давно не было. Мне тоже. Потому что ты фантастический. Извини, пожалуйста. Что ж ты будешь делать-то, а? Да. Привет. Привет. А что с голосом? Что-то случилось? У нас проблемы, Леша. Какие? Твоя дочь беременна, срок около 3 месяцев. Чего? Я не знаю, что делать, но решение нужно принимать быстро, пока еще что-то можно изменить. Значит так, я вернусь через 3 дня, никаких решений пока не принимай. Ясно? Ясно. Все, давай. Что случилось? Ничего, семейная радость. Давай я тебя поцелую,
И все пройдет. Извини, пожалуйста. Не уйди. Если хочешь, останься. Я просто думаю, что нам нужно сегодня выспаться. Завтра очень тяжелый день. Ну, поспать я могу и у себя, в номере. Я не вижу другого выхода. Аборты как можно скорее. Я согласна. Подожди, Леша, сначала нужно понять, какие ее могут ждать последствия. Соня, моя дочь не принесет в Подоле в 14 лет. Ты думаешь, это самое страшное, что может случиться? Мы это не будем обсуждать, без вариантов. Когда-то ты мне так сказал. Давай только вот не начинай, пожалуйста. Ты понимаешь, что ее ждет потом? Я тебе скажу, что ее будет ждать. Школа, институт и потом, если захочет, семья и дети. А ты понимаешь, что у меня ее после этого может не быть детей? А почему у нее не будет детей? Ты на меня посмотри. Я не вижу связи. Соня, я сказал аборт. И нечего с этим тянуть. Да я хоть завтра. Я не понимаю тебя. Она маленькая, глупая девочка. А ты, принимая такие решения, можешь сломать ее жизнь. Соня, не вмешивайся, пожалуйста. Это моя дочь, и я буду решать, как ей быть. Ладно? Да, мамаша, хорошо же вы дочку воспитали. В 14 лет беременность. Мы к вам не за лекцией пришли. Мы хотим знать, что нас ждет. А что вас ждет? Ничего хорошего. У нее отрицательный резус. Первая беременность. После аборта гарантированное бесплодие. Как? А вот так. Кому-то везет плодятся, как кошки, даже после абортов. А кто-то потом всю жизнь локти кусает. Ребеночка убого вымаливают. Да что я вам говорю, все равно не поймете. Решать, конечно, вам, но я бы оставила ребенка. Понимаю, рожать в таком возрасте – тяжелый случай. Но это лучше, чем потом всю жизнь без ребенка маяться. Вы уж мне поверьте, мамаша. Верю. А если все-таки решили делать аборт, медлить нельзя. Срок большой. Вам нужно будет написать расписку о том, что вы предупреждены о последствиях. Мне пишут. Ты слышала, что врач сказал? Ну, пожалуйста. Ничего мы писать не будем. У тебя есть отец, вот пусть он и решает. Я не понимаю, как ты мог? Она же никогда тебя не простит. Ну, ты же простила. Ты уверен? Есть много способов завести детей. Правда? А почему тогда у нас до сих пор их нет? Соня, так сложились обстоятельства. Дети обязательно будут, но немножко позже. Давай вот эту проблему решим сначала. Ты уже все решил? Да, я решил. И так будет лучше, в первую очередь, для нее. Она сама еще ребенок, понимаешь, что у нее в голове глупость. Мне иногда хочется тебя убить. Очень хорошо. Это значит, что ты меня еще любишь. Я не смогла. Я передумала. Там такие щупальца большие. Может, я не буду, пожалуйста. Я очень боюсь. Слава Богу! Да вы с ума сошли обе! Сейчас младенца нам только не хватало! Ты умничка, молодец! Да мы воспитаем, надо рожать! Умничка! Девочка моя маленькая! Мы же воспитаем ребеночка!
общем, мы сами не ожидали, что так выйдет. Но, видите ли, из-за моей работы мы всей семьей вынуждены уехать на полгода. Может быть, даже дольше. Я понимаю. Мы обязательно подготовим для вас документы. Да. Вы сможете забрать их на той неделе. Спасибо. А куда вы едете, если не секрет? В Австралию. И, может быть, навсегда. До свидания. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Интересно, а долго еще этот бедлам будет продолжаться, а? Это, между прочим, твоя внучка. Я ее не хотел. Ксюша тоже. Я вообще не понимаю, какие могут быть внуки в 37 лет. Но, тем не менее, она родилась. И нужно уже привыкнуть, что она есть. Я никогда к этому не привыкну. Ксюше тоже плевать. А, кстати, не знаешь, где она? А ты что думал? Младенца будет нянчить подросток? Я предупреждал, что из этого ничего хорошего не выйдет. Вот, пожинаем. А что бы поменялось? Мы планировали своего ребенка. Он бы так же плакал. И проблем было бы не меньше, чем с Машенькой. Интересно, а что из этой Машеньки вырастет? Еще одна Ксюшенька? Помолчи, а. Держи. Вот так, так. Вот так мы успокоились. Сейчас ты ее покормишь. Я? Ты, а я схожу в магазин. За продуктами. Тише. Девочка моя маленькая. Ну что так распаклась? Чуть-чуть. Вот. Так. Блин, меня все это достало. Ой, тише. Да что тише? Она все равно орет, как резаная. А ты не слышишь, да, что ребенок плачет твой? Тут почему должен весь дом на ушах стоять? Что я сделаю? Она все равно орет. Ты скоро об стенку убьюсь от этого крика. Да я сам скоро убьюсь. Ой-ой-ой. Тише, моя девочка, моя маленькая. Не плачь, моя хорошая. Лёш, поможешь посуду, что-то я совсем без сил. А я что, отдыхал все это время? Я тебя редко о чем-то прошу. Я вообще-то дома хотел отдохнуть. Ну, где уж там, покой нам только снится. Ну, это не моя вина. А чья? Вот то, что сейчас с нами происходит, это целиком твоя вина. Больше того, это твой каприз. Что, это у меня нашлась беременная дочь? Ты так здорово стрелки переводишь.
А сейчас ты, наверное, расскажешь, что я тебе жизнь испортил, да? Не ори на нее! Это ты мне? Тебе это достал со своими скандалами. Я вообще-то твой отец, Ксюша. А вот она тебе никто. Она с нами возится, терпит. А ты только скулишь. Я забрал тебя из детдома. Я привез тебя сюда. А теперь подумай, пожалуйста, где бы ты была, если бы не я? Ты лучше в детдоме, чем с тобой. Ты же никого не любишь. Называется, делай добро людям. Спасибо, дочь. Ушел, ну и фиг с ним. Без него проживем. Ты же нас не бросишь? Что, ты не видишь, что моя очередь? А ты уверен? Конечно, уверен. Ладно, извини, я грудному ребенку молоко везу. Пропусти, будь человеком. Алло. Да, Оленька. Привет. Скажи, пожалуйста, а ты вино купить? Хорошо, а какое? Такой. Дерганый стал. Нервный. Не понимаю, что с тобой происходит. Может быть, все-таки поделишься? Проблемы в семье. Не бери в голову. Жена придирками достает. Ну, типа того. Не понимаю я этих жен. Но чего им не хватает? Угу. Ну, попался тебе мужик золотой. Ну, держись за него. Ублажай. Они вечно чем-то недовольны. Как же вам, мужчинам, тяжело. Угу. А может быть, ты совсем ко мне переедешь? Ну, чего мотаться через весь город? Тем более, сам говоришь, дома жизни нет. А я тебя буду любить, ублажать. Я знаю, что нужно мужчине. Сонь, могла бы позвонить, я бы все купил. Какое неожиданное благородство. Не юрничай, пожалуйста. Ты решила помогать? Прекрасно, только помощь нужна во всем. Мне все равно, где ты проводишь ночи, но я устала все тянуть сама. Ну, ты хотела ребенка. А чего ты жалуешься? А ты что, не хотел? Ты врал? Сказать правду. Я был готов к ребенку, но только потому, что ты этого хотела, понимаешь? Сам я не люблю детей, не хочу их. В тягость мне дети, понимаешь ты меня? И ты нам в тягость. Убирайся из нашей жизни. Соня, Соня! Thank you.
О, смотри, это Леха, что ли? Леха! А черт, это... Ты их знаешь? Да, это мои друзья. А мы вас не заметили. Угу. Еще бы. А, знакомьтесь, это моя коллега Оля. Это Паша, Аня. Очень приятно. Взаимно. Олега, а у вас корпоратив, что ли? Аня. Кстати, а как там Соня? Почему она не с тобой? Вернее, почему с тобой не она? Аня. А что, я не могу спросить, как моя подруга поживает? Опять же, хотелось бы детишек повидать. Как они там, Леш? Малышка-то твоя подросла? Соня, наверное, не сказала тебе. Я не живу дома. Как это мило. Повесил на жену кучу своих детей и сбежал. А вот интересно, твоя коллега в курсе, что ты уже дедушка? Ань, хватит. Ладно, пойдемте уже. Пойдем, пойдем. Ну, Лех. Ну, вот и встретились. Проходи. Спасибо. Спасибо. А может быть, вина? Какой же он гад, а? Нет, я все-таки позвоню Соне и все ей расскажу. Да не нужно никуда звонить. Я думаю, Соня в курсе. Ну, Алешка просто потерялся. Но у него слишком резко все произошло. Считай, что он так стресс снимает. Гуляет и вернется, никуда он не денется. Это ты так спокойно об этом говоришь? Он же предатель. Соня была права, он всю жизнь ее предает. А по-моему, это здорово. Что? Такой молодой и уже дедушка. Да? Как назвали? Машей. Мария. Это красиво. Извини, Ян, на секундочку, мне носик надо припудрить. Угу. Пойдем скажем ему пару ласков. Ну что тебе это даст? Подожди. Ты считаешь это нормальным? Нет, Ань, я не считаю это нормальным. Поверь, я все осознаю. Тогда какого черта? Ну, нам друг друга не понять. Вы же с самого начала семью большую планировали, правильно? У вас цели такие были, а у меня нет. Я 16 лет жил, мне комфортно было, понимаешь? И тут в момент все поменялось. Сначала Ксюша, потом младенец. Это сумасшедший дом. Это же твоя кровь. Так, и что? А если я ее не чувствую? Леша, что с тобой стало, а? Ты же на себя не похож. Да потому что эта жизнь невыносимая стала. Ребенок орет. Ксюша до фонаря. Соня ходит нервная, злая. Да потому что ты ей не помогаешь. Да я смотреть на нее не могу. Запустила себя, носится с этим младенцем. Леш, ну ты сейчас не прав. Это же внучка твоя. Ой. Ребят, давайте так. Вы можете меня считать трусом, но это мое решение, взвешенное. Пошли отсюда. Ладно. Пока. Может, какой возрастной кризис у него? Хотя, по-моему, рановато. Да какой там кризис? Просто привык человек жить для себя. А тут нужно нести за кого-то ответственность, вот он и сломался. Ну, ты вообще героическая женщина. Взять на себя чужих детей. Да, сама в шоке. Зато у нас теперь Машуня есть. Какая хорошенькая. На тебя похожа, кстати. Перестань. Я своего ребенка хочу. Они для меня чужие люди. Привет. Привет. Я за вещами, позволишь? Слинять решил. А я слышала про твою жизнь, девушки, рестораны. А я, значит, должна возиться с твоей дочкой и внучкой. Я так и знал, что ты опять эту песню заведешь. Руки помой. И маску надень. Маша приболела. И обувь сними.
как настоящего мужчины. Ну что ты хочешь от меня? Денег я буду давать. Квартира вообще вся ваша. Живи, радуйся. Но только без меня. Я спокойной жизни хочу, понимаешь? Комфортной. Где обо мне будут заботиться. Да. Да. И поверь, такие женщины существуют. Ничего, Машенька, мы справимся. Главное, что ты у меня есть. Вы давно перестали кормить грудью? Я не кормила. В смысле, не я. Тут такая история. В общем, ребенок с самого рождения на искусственном вскармливании. Надо подобрать правильную смесь, то, что вы даете, ей не подходит. От этого у нее и колики. Вероятно, еще зубы режутся. В понедельник пойдете к участковому, он вам напишет, что принимать. Ну да, но мне как-то надо ее успокоить. Она все время кричит. Может, в больницу? С коликами в больницу? Ну, надо ее как-то успокоить. Аптеки уже закрыты, а ближайшая дежурная далеко. Ладно, я оставлю вам препараты, распишу, как давать. А в понедельник идите к участковому, в поликлинику. Угу, спасибо, доктор. Вот, принимайте каждые 3 часа. Если не будет плакать, можно и пропустить. И следите за температурой. Ага. Да, спасибо еще раз, доктор. Чего ты, моя маленькая? Делала. Я случайно есть хотела. Только о себе и думаешь, эгоистка, как твой отец. И что теперь делать? Да ладно, он же спит. Спит. Я пойду в аптеку. Когда вернусь, не знаю, чтобы глаз с нее не спускала, ясно? Если что, звони. Решили добить, что ли? Нет, так не бывает. По-моему, это становится какой-то традицией. Я тоже очень рада вас видеть, Константин. Ну? И куда вы на этот раз так спешили? В аптеку, срочно. У меня ребенок заболел. В аптеку, понятно. Этой аптеки тоже нет. Я так, в принципе, и думал, вот как раз начал искать ближайшую. Спасибо, Костя, что вы возитесь со мной в который раз. Ну, раз вы взяли себе моду бросаться мне под колеса. Я шучу, Сонь. Сейчас найдем ближайшую аптеку, все, что нужно, купим. Я устала. Не знаю, что мне делать. Живу как будто не своей жизнью. Муж нас бросил, шел к любовнице. Я вожусь с этими детьми. Не сплю. Хожу как зомби. Ой, но при этом чудесно выглядите. Угу. А кого родила? Ксюша. Ксюша. Машеньку. Машеньку. Здорово. Вот. Ближайшие 24 часа на Красной Пресне. Туда и поедем. Thank you.
дайте мне эту вашу бумажку. Пойду с коллегами пообщаюсь. Спасибо. Отдыхайте пока. Я, конечно, не педиатр, но, на мой взгляд, у вас чудесный и здоровый ребенок. Ну, вам придется, конечно, немножко потерпеть, пока у нее все зубы вылезут. А так все хорошо. Ну, слава богу, что все хорошо, зубки мы переживем. Ну и хорошо. Ладно, мне пора потихонечку, я пойду. Может, чаю? Не, завтра дежурство, спасибо большое. Спасибо, что зашли. Ну, расти большая. А, да, Сонь, вот вам моя визитка. Если вдруг что-то нужно будет, вы мне звоните даже ночью. Ну, счастливо. А я вас провожу. Спасибо, Костя. Мне вас как будто бы Бог посылает. Да не за что. Я вам, наверное, денег должна. Скажите, сколько? Ты что, с ума сошли? Главное, чтобы ребенок был здоров. Мне просто неудобно. Может быть, я могу для вас что-то сделать? Соня, а давайте с вами встретимся. Ну, когда у вас время будет. Не надо, Костя. Понял. Понял. Дурацкая идея. Забыли. Я не встречаюсь с женатыми, простите. Нет, я был женат, я разведен. Ну вот, ищу себе надежды, что, может, смогу вам понравиться. Вы мне нравитесь. Просто, мне кажется, вы меня воспринимаете как истеричку, которая бросается под колеса с каким-то огромным количеством проблем. Вот, а если мы встретимся, будет шанс узнать вас с другой стороны. Я позвоню вам завтра. Хорошо. Спасибо вам еще раз. Да не за что. Ну... Счастливо. До свидания. Как же я устала. Я Машку уложила. Ложись спать. Да уже утро. Что спать? Ты хочешь спи? Не хочу. Сонь. Извини меня, пожалуйста, что я разбила лекарство. Я случайно. Я не эгоист, как отец. Просто иногда мне себя так жалко. Ты же нас бросишь, когда вы разведетесь. Да не брошу я вас. Не придумывай. Ничего плохого уже не случится, поэтому хватит тебя жалеть. Может, пойдем завтрак готовить? Все равно не спим. А можно тебе что-то спросить? Можно. Ты не хочешь нас с Машкой к себе забрать? Ну, удочерить. Я, конечно, понимаю, ты мне не мама. Но ты могла бы стать мамой Машки. Хотя зачем тебе это? Ты же своего ребенка хочешь. Я узнаю, что можно сделать, чтобы вас удочерить. Я понимаю вашу ситуацию.
Материнство в 14 лет – это непросто. Вы, конечно, можете удочерить младенца, но нужно собрать огромное количество документов. И еще обязательно согласие вашего мужа. Ну, с этим проблем не будет. Ну, тогда собирайте документы, а мы их рассмотрим. Здравствуйте. Я София Игоревна, жена Ксюшиного папы. А это у нас Машенька. Ксюшина сестричка. Какая хорошенькая. Может быть, подниметесь? Я шарлотку испекла. Нет, спасибо. Мы лучше Ксюшу вечером в кино заберем. Можно? Да, конечно. Как идет подготовка к экзаменам? Вы не волнуйтесь, София Игоревна. У нас все под контролем. Тогда на созвоне. До свидания. До свидания. Пока. До свидания. Пока. Пока. Спасибо, что не спалила. Да не за что. Я тебе тут кое-что купила. Не понравится, можешь выкинуть. Ну, вот. Спасибо. Ксюшка ты моя. Да, Соня. Я помню. Я сейчас занят. У меня аврал на работе. Давай я тебе потом сам перезвоню, ладно? Угу. Что, ей опять от тебя надо? Я кое-что обещал сделать и забыл. Ну ничего. Подождет. Ты же не обязан мчаться по ее первому зову. Мальчики, смотрите, что вам тетя Соня принесла. Вот, бери. Спасибо, тетя Соня! Бери всю миску. Ой. Ну что там у тебя? Так и не позвонил. Хотя явно хотел встретиться. Странно. А ты сама-то ему позвонить не хочешь? Я звонила. Он недоступен. Я думала, вдруг у нас что-то получится. Так может, он замотался? Или телефон твой потерял? Ань, ну ты сама веришь в то, что говоришь? Если человек хочет дозвониться, он дозвонится. А я смотрю, ты влюбилась. Не знаю. Да влюбилась, влюбилась. Ты ничего не переживай, еще найдется твой герой. Как у тебя там с удочерением? Лешу все никак не могу выцепить. Он говорит, очень занят. А без него дело не двигается. Ой. Здравствуйте. Здравствуй, Соня.
Здравствуйте, как неожиданно. Что вас привело? Ну, соскучился. Как мило. Я не могу понять, вы злитесь на меня? Нет, почему? Вы нам помогли, я вам благодарна. Других эмоций вы у меня не вызываете. Вы обиделись, что я не позвонил, да? Сонь, постойте, пожалуйста. Вы понимаете, я в ту ночь попал в аварию, у меня вот машина смятку, телефон смятку, а там ваш номер. И хорошо, хоть адрес знаю, я же после больницы сразу к вам, вот сижу и жду, когда вас увижу. Кошмар какой, а как вы сейчас себя чувствуете? Да не, все нормально. Ксюш, как дела, как малыш? Да неплохо, я у нас уже 3 зубика выросла. Ух ты! Вы, наверное, идите чай попейте, а я с Машкой сама погуляю. Ксюша. Девушки, а давайте я вас в кафе приглашу. А давайте. Нормально, да? Ну, пойдемте. А я думала, вы передумали мне звонить. Как я мог передумать? Не знаю. Такой кошмар. Как так получилось? Ну, какой-то урод выскочил на красный свет. Поздравляю, Алексей Юрьевич. Я рада, что вы решили удочерить собственную дочь. Опекунство, конечно, хорошо. Но для ребенка морально легче осознавать, что папа не опекун, а папа. София Игоревна, спасибо, что поддержали мужа в желании оформить удочерение девочек. Ну, вообще, строго говоря, это инициатива жены была, а я просто согласился радостно. Хорошо. Сонь, давай я тебя до какого-нибудь метро подкину. Спасибо, я обойдусь. Угу. Ну, от меня что-то еще требуется? Нет, от тебя ничего не требуется. Ты можешь быть свободен. Угу. Через паузу мы подадим на развод. Девочек я оставлю себе. Надеюсь, ты на них претендовать не будешь. Нет, не буду. Денег тоже не нужно. Я неплохо зарабатываю переводами. На детей будут платить пособия, так что... Хорошо, но если что-то вдруг понадобится, я, в общем, не против. Давай я подкину все-таки тебя. Спасибо, меня подкинут. Да, ну, пока тогда. Что, все получилось? Да, все хорошо. Поехали. Ну и слава богу. Спасибо тебе, Влад. Ну, ты такой. Пойдешь? Иди сюда, моя девочка. Ой. Иди сюда, Маленька. Ой, так, Машенька. Так, Машенька. Ника, иди сюда. Где там? Ника, иди сюда. Где там? Давай, Ника. К маме иди хочет. Сюда. Ника. К маме хочет. Иди. Ника, иди, отдай мне. Молодец, умничка. Все. Все. Красивый у вас дом, очень уютный. Нравится? Ну, я рад. Это, так сказать, мое родовое гнездо. Правда, жить здесь некому. Почему? Ну, Ксюш, ну, гнездо предполагает большую семью. А у нас с женой как-то детей не было. Мне квартир хватает. Так что, в общем, дача в основном пустует. Так вам надо завести семью. Отличная мысль. Может, мне повезет? Ксюш, пора бы нам уже спать. А что мы завтра будем делать? Так, завтра мы будем жарить шашлык. О, нормально.
Нормально? Ну, слава богу. Ты что, Машка не спит? Да нет, спит, спит. Все нормально. Смотри, что нашла. Ксюш, ну это же чужое. Да ладно. Смотри. Это что значит? Это значит, что он воевал? Это значит, Костя спасал жизни. В горячих точках. Знаешь что? Тебе надо за него замуж. Что ты глупости говоришь? Ты что, не видишь, как он на тебя смотрит? Он просто хороший, добрый человек. Просто запал на тебя. Зачем ему? Ему нужна своя семья, дети. Ясно. То есть, если бы не мы с Машкой, ты бы за него вышла, да? Почему ты ищешь подвох там, где его нет? Я не об этом. У меня, между прочим, есть муж, твой отец. Забыла? Хреновый муж и хреновый отец. А вот Костя... Костя хороший. Я желаю ему создать свою семью. Ты сидишь с Машкой, я салат сделаю. Угу. А я даже слышала, шашлык можно и в пиве мариновать. Ну, можно в пиве. Можно в кефире. Тут главное мясо правильно выбрать, ну и потом напитки к нему. А вы любите выпить? Ой, я обожаю выпить. Ну, только томатный сок. То есть вы не пьющий, не гуляющий? Женщин, детей не бьете, матом не ругаетесь, да? Ты откуда такие гадости набралась? Жизненный опыт. А-а-а. Так что же с вами не так? Сейчас не понял. Ну, жена чего ушла? Жена ушла. Ну, мы перестали друг друга понимать. Потом я хотел детей, она не хотела детей. Знаете, Соня очень хочет детей. А я знаю. Ну, так женитесь на ней. Ну, тут, Ксюш, все не так просто. Понятно. Это все из-за нас, да? Вот если бы не мы с Машкой, вы бы женились на Соне? Я бы женился на Соне в любом случае. Причем здесь вы с Машкой? Ну, просто она может это не захотеть. Да она хочет. Гляньте на нее. Гляньте, как она на вас смотрит. Вы предложите, вы не бойтесь. Только не говорите, что я, то она меня убьет. Че, прям убьет? Ну, лишит сладкого. Знаете, как она вкусно печет пироги и тортики? Вам бы понравилось. Да? Угу. Слушай, ну вот этот твой последний аргумент у меня окончательно убедил. А что вы там шепчетесь, партизаны? А я тебя Косте сватаю. Рассказываю, какая ты классная. Костя, не слушайте ее, пожалуйста. Она иногда очень своеобразно шутит. Не, ну она-то, может, и шутит. А я, например, нет. Соня, уходите за меня замуж. Вот Ксюша, она уже согласна. Ничего не понимаю. Второй день дома, никто телефону не подходит. Мобильные недоступны. Где они? Ну, послушай, может быть, у твоей жены какие-нибудь дела? Или загуляла? Ну, какой загуляла? А, у нее двое детей. Я знаю женщин. Им дай только повод. Они про детей забудут. Про все на свете. Тем более, ты сам говорил, что у нее кто-то появился. Чего вообще несешь, а? Тонио появился. Появился. Так, я съезжу, потому что у меня сердце не на месте. А как же я? Мы же с тобой в клуб собирались. Ну, сходи без меня. Вообще что-нибудь научись делать без меня, ладно? Ты большая девочка уже. Я думала, ты меня любишь. Предложение мне сделаешь. Продолжаешь сохнуть по своей Соне? Ну, только глупости давай не будем говорить, ладно? Я из-за детей волнуюсь. Раньше не волновался. Так, знаешь что? Это моя жизнь вообще. Занимайся своими делами.
Спасибо. Костя, может, поужинаете с нами? Да неудобно. Вы устали, наверное. Почему? Наоборот, отдохнули, восстановились. Слушайте, вы такие смешные. Может, вы уже на «ты» перейдете? Ксюша, отличная мысль. Ладно, я Машку укладывать. После такого предложения ты просто обязан с нами поужинать. Ну, раз такое дело, считай, что ты меня уговорила. Я просто сейчас разрыдаюсь от умиления. Вот, значит, как проводит время моя жена. Мать двоих детей, между прочим. А что, собственно говоря, случилось? Тебя твоя любовница выгнала? Как ты могла, Соня? Как ты могла выключить телефон и исчезнуть? Я с ума схожу. Я думал, с детьми что-то. С детьми все хорошо. Можешь ехать обратно к своей девушке. Я вообще думал, ты святая. А ты... Еще месяца не прошло, а уже мужик. А это у нас кормящий отец, да? Кому он там так торопился молоко-то отвезти? Олечка родная. Тихо, нормально все. Все нормально. Пойдем отсюда. Костя, пойдем отсюда. Обменялись любезностями. Пойдем. Пойдем. Костя, у тебя кровь. Да ерунда это все. Я заберу у тебя детей и разменяю квартиру. Пойдем. Пойдем, Костя. Не больно? Соня, это ерунда. Только ты мне так и не ответила. Я просто не знаю, что мне дальше делать. Ты нужна мне, Соня, очень. Очень. Если я тебе нужен, скажи. Будете делать, если врач скажет тройня или больше? Как что делать, Ксюша? Рожать, воспитывать, любить. А мы с Машкой? Ну так вас вдвойне будем воспитывать. Вы же у нас первенцы. Ну чего? Ну. Чего? Сказали, мальчик и девочка. Ой. Это без всяких ЭКО. Да. Ты счастлива, Соня? Да. Я... Даже врачи не могут поверить. Это чудо. Ну, ты же тоже не верила. А я тебе говорил, что у меня в роду двойня есть. Видимо, счастье приходит, когда его совсем не ждешь.